Evet. Avru. Всем привет! С вами Юлия Роджерс. И Настя. И укулеле. Сегодня мы будем готовить кексы. Всякие разные, с разной начинкой. И потом еще будем сверху кремом украшать. Из вареной сгущенки один крем будет с маслом, а второй у нас есть фростинг. Вот. Нам почти не платили, конечно. Озон. Я заказывала с Озона, если кому-то интересно, вот фростинг. В него мы добавим сливки и тоже что-то должно получиться. Не знаю, ни разу такого не делала. Ты убери его, мне пока не надо. До свидания, реклама окончилась. И в конце, еще в самом уже конце, перед подачей, так сказать, мы сделаем салат Цезарь. Я не знаю, как играть на гитаре. В прошлом видео я уже показывала, как я играю на гитаре, зажимаю один аккорд. На какую-то гитару. На воображаемую, да, не просто музыка с гитарой играла, я такая. Я могу здесь просто вставить настоящую хорошую музыку на гитаре, и типа я играю. В оригинальном рецепте количество ингредиентов рассчитано на 12 кексов, но мы решили увеличить в полтора примерно, ну то есть не одну порцию, а полтора, чтобы получилось. Поэтому сейчас я буду говорить количество ингредиентов на штук 18 кексов, в общем, должно получиться. В первую очередь нам, конечно же, понадобится мука, здесь 180 грамм. Молочко 75 миллилитров. Сахара у нас здесь 135-140 грамм, вот примерно столько. 3 яйца. И, конечно же, разрыхлитель теста. Нам там нужно было 10 грамм, ну чуть больше добавим, грамм 15, наверное. И щепотка соли. А, и, конечно же, масло. 180 грамм. Не маргарин за 15 рублей. Да, естественно. Оно прям очень мягкое должно быть, потому что мы его будем взбивать. И для начинки, естественно, вареная сгущенка у нас будет. Также мы, скорее всего, будем использовать шоколад. Добавим в некоторые кексы арахисовую пасту. Мы приступаем к работе. Для начала мы добавим разрыхлителя в муку, чтобы перемешать. Нужны ножнички. Пока я делаю, ты так же. О, как ты активно. Даня, смотри, как надо разогревать толпу в видео. Олимпийский, я вас не слышу. Короче, ну, я допустим. Думаю, что... Я думаю, что вот так. А здесь мы, значит, высыпаем сахар сюда и масло наше добавляем. И сейчас будем взбивать миксером, чтобы оно получилось такое воздушное и однородное. Силиконовая лопаточка — наш друг в любой непонятной ситуации. Кстати, если вы не видели прошлое видео с Настей, прошлогоднее, то я не знаю, что вы потеряли. Ничего. Собственно говоря, ничего, но вы потеряли уважение в моих глазах. Вы что? Сейчас я начну. Может быть, Настя даже продолжит. Взбиваем. Вот такое получается масло с сахаром. Воздушное, однородное, классное. Вкусное можно уже есть. Дальше мы по одному яйцу добавляем и взбиваем. Важно, чтобы по одному, а не сразу все. Чтобы все было однородно, здорово, воздушно, классно. Так, взбиваем. А, ты на двойку или на единичку? Начни на единичке, потом можешь прибавить. Добавляем второе яйцо. Не задень его. Ну ладно, чтобы не гипержидко получилось. Да, уже жидковато. Но мы муку сейчас не дали. Оставлю пока. Дальше мы начинаем добавлять муку. Ты можешь начинать сыпать, я буду... Конечно. А, как мы смотрели с тобой рецепт, дедуля там взбил сам белочки. Да, мы смотрели еще там какие-то рецепты всякого десерта, когда выбирали, что мы будем делать. И там какой-то мега-повар, видимо, он венчиком белки взбил, да, вот этих железных пиков. И они такие, ап. И мы такие, это же как это? Мне кажется, мы в следующем видео будем танцевальную. Обожди, танцуй пока. Так,
Я хочу это, я получаю это. Тебе нравится? Спасибо, так купила. Это не нужно прям взбивать с мукой? То есть это нормально? Ну, мы сейчас, может, в конце взобьем на всякий случай. Пока нормально и так. Когда не думала стать поваром? Не знаю, нет. Я тоже не думала. Так как мы отошли от рецепта, мы тут нарушили кучу всяких пропорций, поэтому все смотрим на глаз. Видишь, не надо взбивать, оно уже однородным стало. Таково наше тесто вот. Потрясающее тесто. Щепотку соли мы забыли, ну ладно, сейчас. Не беда. Ну давай, пока я снимаю. Профессиональный повар. Теперь мы готовим формочки наши. У нас вот такие, но их надо будет на что-то расставлять сейчас. Давай, это не надо? Нет, рыбочистка нет. Ну ладно. Сейчас я тебе покажу, а ты будешь следовать. Давай. Примерно вот столько на ложечку берешь тесто. И вот туда, чтобы мы потом сгущенку еще капнули. И потом сверху накрыли снова. Ну и ладно, я постараюсь соблюдать пропорции. Так, я параллельно беру чайную ложечку и начинаем добавлять нашу вареную сгущенку как начинку в серединку. Нормально? Так как у нас много теста, я думаю, первая партия вообще вся будет со сгущенкой. А дальше будем смотреть, сколько нам хватит на эксперимент теста. Так, вот так вот у нас получилось. Пожалуйста. И сейчас мы еще сверху тестом закроем, чтобы сгущеночка была внутри кексика. Красота. Хочешь вареную сгущенку? Хорошее предложение, спасибо. Да. Ты под музыку. Вот так оно и ставилось в видео. И оно так поднимется. Угу. Ты же представляешь, как ты ешь? Да. Да, как-то у нас убывает тесто. Да. И мы самое вкусное, главное, хотела. Да. Кексы со сгущенкой у нас готовы. Сейчас экспериментальный поднос с другими будет. Сейчас. Перцы, пожалуйста. Перцы вошли в ход. Это из-под формы у тебя какой-то? Вот это? Да. Это или для, это просто? Для пиццы поднос. Тихо. Перцы начали. Перец! О, пошло. Я хочу это, я получаю это. Это мини-кекс какие-то. Неудобные. Я хочу это, я получаю это. 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 Тебе нравятся мои волосы? Спасибо, только что купила. Так, сейчас будет кексик с шоколадом. Думаю, что он будет неплох. Да даже если он останется твердым. Да, ну фондан у нас вряд ли был, как я хотела приготовить. Ища. Шу. Такой тверд почти. Так, и сейчас я хочу еще полностью заполнить для этой арахисовой пасты. Они, короче, запекутся, и потом мы вырежем серединку, и туда арахисовую пасту надавим. Нормально. Будет звезда, хорошо. Хочешь звезду? Получаешь звезду. Да я не наставила, в общем-то, ну ладно. Ты хочешь это, ты получаешь это. Я хочу это, я получаю. Don't be that way. У нас еще программа «Голос», если вы не знаете. Ничего, такое тесто нормально. Ну, вроде бы всего хватает. Не могу сказать, что я каждый день ем тесто. В общем, получилось не 18 кексов, как мы планировали, а 16. Может быть, если бы мы добавили еще молока и муки, получилось бы больше, но нам больше не надо. У нас вот эти экспериментальные, а эти точно будут вкусными. Мы разогреваем духовку до 180 градусов, у нас она уже подготовлена, и отправляем кексы минут на 20. Смотреть этой зубочисткой, тыкать их, и типа, когда они пищать перестанут. Короче, когда зубочистка сухая будет, вот тогда точно готова. О, жарко. Жарко. Жарко, да. Так. Ну, у нас будет быстрее готово, у меня там 230 уже. 80.
сейчас, пока масло для крема из вареной сгущенки там растаивает. На сливочном масле или на сливках? На сливках. Тут нужно, говорят, 400 или 450 миллилитров сливок. У нас здесь 300. До мягких пиков. Наши любимые сливки. Молочный дворик. Не помню название любимых сливок. Хорошая идея. Так, у нас перегорела одна лампочка. Чуть-чуть совсем. О, снова загорелась. Да выйди. Ледовый, я не вижу ваши руки. Это меня. Встань, начинай. Ну вот, мягкие. Я вообще не вижу пик. Ну, вот тут пикусечка такая. Так, мы достали этот чудо-простик. Надеемся, что он чудо. Ты не снимаешь АСМР? Нет. Могла бы. Немного АСМР. Главное в масло не взбить. Сливки такое дело. Я просто не уверена, что он будет держать форму на кексах. Видишь, он не стоит. Но я боюсь, что мы сейчас испортим, если дальше сделать ничего. Если я найду место. Это похоже на молочный коктейль. Займемся вторым кремом с вареной сгущенкой. С фростингом там что-то все так это шатко. Масло у нас здесь 180 грамм. Вареная сгущенка у нас вот остатки после кексов. Ну нифига себе тут остатки, вынесли полбанки. Даже больше полбанки. Но если будет не хватать, в чем я лично сомневаюсь, мне кажется, хватит, то у нас есть еще. Если мы хотим заработать диабет, то в принципе нам понадобится еще. Масло опять должно быть таким, типа, очень мягкое. Да, оно у нас размягчилось на солнце рядом с перцами. Перцы просто горячие парни, реально, они его разогрели, это масло, как следует. Настя, мне нужна помощь. От красоты масло. Будешь взбивать масло? У тебя выбора нет, ты будешь взбивать масло. Ох, мягенький. Важно добавлять помощь на сгущенку, чтобы однородно все было. Так, погоди. Моя рука просто немножко. Да, это для разминки рук. Добавить. Как раз то, что осталось. Две, оно сейчас разжижится, и я добавлю, наверное, еще одну шарфу. Сейчас еще одну ложечку добавим буквально. Пол банки. Зачем оно делает? Не, их надо снять и постучать. Наверное. Ты умно придумала. Именно для этого момента ты была сюда позвана. Сейчас мы это разделим на несколько частей и покрасим красителем. У нас будет цветной крем. Короче, у нас красители пищевые для яиц. Ну, такой вот, какие-то они уже давно не жидкие, к сожалению. Давится? Давится, давится. Отлично. Главное, чтобы это... Какая-то эта гусеничка. Разойдется, разукрасит нам хоть что-то. Нет, просто вот зеленые штуки плавающие. Они же не были открыты, почему они такие? Красители свернулись почему-то. Хотя они не были открыты, но... О! Вот.
тогда используем гелевые карандаши. Но когда на видео не снимаешь, все шикарно получается. Как только начинаешь снимать видео, красители сворачиваются. Такие, ну все, мы пошли. Они решили свернуть свою лавочку. I was born to flex, diamonds on my neck. I like burning checks. I like burning checks. Money! Money! Так, следующий у нас будет красный. Я могу пока этот синий делать. Не сильно насыщенные цвета будут, но нам сойдет. Теперь мы отправим их немножко в холодильник, чтобы они подзаморозились, схватились. Кексы готовы, кексы сейчас готовы. Сейчас они все завалятся на пол. Кексы готовы, кексы готовы. У меня как-то раз я делала, сгущенка вытекла полностью на дно и прилипала. А тут у нас ни у одного не вытекло, мы грамотно все разложили. Я бы уже классно раскладывала тесто на дно. Кстати, да. За дно отвечала Настя. Я на дне, и мне там на дне удобно, я разбираюсь. Сейчас мы проделаем отверстие вот в этих двух звездочках и попробуем заполнить арахисовой пастой. Так, мы туда что, не до конца, да? Надо просто как-то, чтобы оно прорезало. Вот так вот до крутиночной и... Я прокрутила. И я. Пахнет орешками, арахисом. Логичная даже арахисовая паста. Стой, я тебе... Ты же попробуй их. Чуть-чуть. Солененько? Да, вот прикольно. Она солененькая. Короче, капаем вот этого вот всего, выдавливаем. Так. Куда? Я не знаю, насколько тут много надо, но вот это я вытащу еще. Я прям ем орешки. Угу. И сейчас у нас начинается великое творчество. Итак, выберем жертву. Прикольно. Ну, она не похожа на розочку, конечно. Ну, у тебя творчество пошло. В общем, мы творим. У нас разрядилась основная камера, поэтому пока так. Так, представляю миру мой шедевр под названием Old Rose. Старая роза. Если кто-то не понимает концепцию, в общем, это роза. И у нее стали опадать лепестки. Вот эти вот. Потому что она стареет. Ну, это просто розы. Кто-то их сорвал с клумбы, очень неаккуратно нес. Здесь это кактусы, их окружили змеи. Вот здесь немного не вышло, это цветы на снегу. Если вы не видите цветы, то у вас очень ограниченная фантазия. Это ежик, смотрите, у него... Это глаза, если что. Чешуя, типа, иглы. Ну, это такой чешуйчатый еж. А то зеленые глаза, конечно же. Ну и шедевр всего это стаи змей, которые скрутились. Сначала это были маленькие мини-змейки, и это было мило, а теперь это просто ворох чего-то. Если кого-то отталкивает тема змей в еде, мы не виноваты. Видите, это мини-змейки, у них даже глазки появились. О, как мило. Ну, вы сами видите, что здесь карнавал. Змей. Змей. Они собираются перед спячкой в последний раз около шикарной розы. Это шедевры. Шедевры. Начнем со звездочки, точнее. Снежинка, пожалуйста, снежинка. Ёжик. Ёжик, у него появились глаза и иголки. Ну, или жалко их подобие. Здесь, пожалуйста, карнавал змей. Но это, конечно, семейство. Целое семейство. Все сидят счастливые. Кактусы. Подожди, розы, кактусы надо старые розы. Сеточка, пожалуйста, со скитлсом. Ну, в общем, вы поняли, это шедевры. Их надо брать в холодильник, а то у нас уже течет все. Итак, наши кексы застывают, замораживаются в холодильнике, потому что они начинают течь, потому что масло. Такое дело. Покажем их вблизи потом. А сейчас мы переходим к Цезарю. Для него нам понадобится... Помидоры черри. Сыр. Мы купили пармезан, он снова по скидке, поэтому сегодня мы можем себе это позволить. А лимон, потому что нам нужен лимонный сок. Это для соуса, да. Да. А так еще листья салата и курицу. У нас разогревается куриный шашлык. Так вышло, что я вчера ездила на шашлык, и у меня остался куриный шашлык, и мы его хорошо добавим... Хорошо, не запретишь. Вместо просто жареной курицы мы добавим печеный, скажем так. Что еще для соуса? Горчица. Майонез. И приправы соль, перец и вот сушеный чеснок. Мы просто решили не
давить настоящий чеснок, а если что, сушеный чеснок положу. Ну, это такой на любителя, кто любит чеснок. Короче, я тогда тру сыр, а ты просто пополам или на четыре части. Я вам не пополам, знаю. Нормально, не маленькие. 80-летняя терка. Снова в деле. Сейчас надо порезать кусочки курицы помельче и не обжечься об форму. Что ты делаешь? Почему ты такой? А, тебе полотенечко надо? Я привыкла. Я не раз хватала что-то горячее в видео, вы знаете. Поэтому эта рука больше не чувствует боли. У нас русская горчица, а должна быть дижонская. Мы будем две тейблспун сделать? Ну, давай, две. Я не знаю, сколько. Тут можно столовые, наверное, две добавить. 1/4 чашки. Ну, сейчас мы по вкусу будем регулировать, и все. Рвем салат. Мы совсем забыли упомянуть, что Цезарю нужны сухарики. Мы сделаем из хлеба тостере. Будет нормально. Ты попробовала ее, нет? Нет. Что это? Не самое вкусное, что я ела в жизни. Может, майонез еще побольше? А, еще нужен лимон. Сразу майонезом заполнять, да и все. Дави. Не в мою сторону, вот, чтобы не шикало, да? Вот так. Попробуй лучше, чтобы не переборщить-то. Ну что, уже лучше? Может, ребят, пока не поздно, просто заполним все майонезом, не будем. Чесночку еще. Блин, мне кажется, горчица все испортила. Такой вкус придала. Давай ты попшопишь лимоном вот сюда. И майонез мы туда добавим, и все. Русский вариант Цезаря. Думаешь, чеснок что-то исправит там? Ну давай. Попробуем. В горле прям. Попробуй. Нет, я не хочу. Для тех, у кого кашель, кашлять вы перестанете, я думаю, после этого. Сейчас мы, в общем, все убираем, собираем на стол, показываем вам вблизи. В таком виде мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем вкусного ужина и завтрака, обеда, всего. И пока. Кто это на завтрак будет есть, господи? Не знаю.